Вы себе не представляете, как я сегодня волнуюсь, находясь на этой сцене. А не только потому, что с Казахстаном нас связывает очень длинная и долгая история. И отнюдь не только с Астаной и с Алматы. Тем, кто не знает, мы попозже чуть-чуть расскажем, как крышу снесло, хорошо? Не только потому, что действительно у нас были обалденные концерты. Просто сейчас это особые концерты. Каждый концерт просто чудо. Организовать его чрезвычайно сложно. Спасибо! Да, это правильно. Это правильно вы говорите, это просто чудо. Это праздник. И то, что нам сегодня удалось приехать к вам, и то, что вы нам поверили и пришли, несмотря на все, что происходит, для меня это не нормально, я не замерзла. Вы что? Я знаю, что это минус 40, минус 60, поэтому... Нет, сегодня было классно. Поэтому мы сейчас сделали такую маленькую паузу между песнями, хотя обычно мы играем одну за другой, для того, чтобы действительно с вами просто, внятно, четко поздороваться. Спасибо. А если вы, сидящие на трибуне, будете изображать массовку, то я на вас доберусь. Спасибо, что пришли!